набор шаров, помещенных в конусообразную форму, напоминание елки. Поместили возле здания Латвийской национальной оперы. Красиво, современно. Нарядная привокзальная площадь. Вот сама елочка. Красиво, современно. Еще одно красочное сооружение, напоминающее латвийский флаг, сочетание красных и белых полос. Это скверик возле Латвийской национальной оперы. Раскрашен огнями по всему периметру. Приближаемся к елочке. Мигают огоньки. Поднимает настроение, конечно. Оригинальная конструкция и светлых шаров. Прекрасно видна со всех сторон на большом расстоянии. Возле бастионной горки она стоит. И чем ближе приближаешься камерой к ним, тем больше ощущение праздника, какой-то сказки, чего-то необычного.